Алла, скажите, пожалуйста, о чем вы пишете? Наверняка это какие-то семейные темы, возможно? Я пишу о девушках, которые, конечно же, в поисках семейного счастья, которые ищут его, встречаются с разными парнями, ищут любовь, находят ее. И, конечно же, никуда не деться от хэппи-энда. Конечно же, свадьба последует. И причем я поднимаю различные темы, в том числе исторические. И в моей книге «Мисс Страна», которая как раз посвящена советской жизни, девушка живет в разных жизнях, и даже там в 18-17 веке, и она со своим парнем продолжает встречаться в каждом веке. И все равно они в итоге вместе, это судьба. То есть у вас, получается, все книги, они со счастливым концом, то есть трагических историй у вас не бывает, потому что в любви не существует каких-то тяжелых преград, которые не могут преодолеть герои. Нет, бывают разные истории, и книга «Московские джунгли», она заканчивается не очень хорошо, и я даже буду переписывать конец, потому что читатели этого попросили, потому что там все умерли. Спойлер. У вас у самой опыт отношений вообще какой, положительный, или были какие-то истории, которые, ну, возможно, с какой-то грустной ноткой? Ну, конечно же, мой опыт положительный, поскольку я очень позитивный человек, очень добрый и всегда стремлюсь к компромиссам, которые обязательны в семейной жизни. Но и грустные истории тоже были, это развод, так что это сложно было пережить, но все равно я считаю, что институт брака имеет место быть, и он должен быть обязательно, поэтому я считаю, что надо жениться обязательно, даже несмотря на статистику разводов. Спасибо большое.